Всем привет! Меня зовут Алина и мой несменный соведущий Виталик. Я Виталик. Хотите почувствовать себя настоящим султаном и прикоснуться к изысканным удовольствиям Востока? Сходите в турецкую баню. Сегодня мы поговорим с вами о турецком хамаме. Турецкая баня или хамам своим происхождением обязана римским термам. Слово «хамам» переводится с арабского и буквально означает «горячая вода». Хамам обогревался с помощью большого котла с водой, под которым горел огонь. Пар, образованный за счет кипения воды, подавался через маленькие отверстия в стенах хамама. Внутреннее убранство турецких бань всегда было роскошным, ибо еще пророк Мухаммед объявил поход в баню обязательным, говоря: «Чистота – половина веры». Турецкая баня имеет несколько помещений с температурами от плюс 30 до плюс 55 градусов. Курнабаши – это место, где все моются поочередно. Халвет – это место, закрытое от посторонних глаз, где все моются по одному. Агибекташи – это место для пенного массажа. Скамейки, полки и сиденья сделаны из мрамора. Это достаточно теплый материал, он не нагревается сильно и не обжигает. К тому же он очень долговечный и прочный. Средняя стоимость посещения хамама в городе Алания составляет 50 евро. Что же входит в эту стоимость? Посещение сауны, хамама, в хамаме вам сделают пенный массаж, скрабирование кесе. Далее вас проведут на массаж ног и всего тела. Это настоящий ритуал, который очень любят и ценят в Турции. Наверное, каждый из наших зрителей уже был в турецком хамаме. Ну а если нет, то ждем вас в гости. Приглашаем подписаться на все наши социальные сети. Ставьте лайки и комментируйте. Ну а мы будем записывать для вас новые видео.